Прочь с дороги! Что это за игры? Скрибы просят слишком много. Не стоит того. Но что нам делать? Не буду тебя уговаривать. Но я собираю скарб и отправляюсь в Литополис, Тахар. Заманчиво. Но вся моя семья тут. Я ищу главного пивовара Харкуфа. Мне не до тебя. Поговори с кем-нибудь из надсмотрщиков. Ты меня не понял. Я Миджай. Это Паладора. Это Паладора. Ну, конечно. Я ищу Скоробея. Тень, что нависла над Саисом. Тссс. Прошу. Не стоит произносить это имя. Аполлодор знает, что люди мучаются. Ко мне приходят. Многие жалуются. Торговлю душат. Солдаты бесчинствуют. А бремя налогов Птолемея грозит раздавить нас. Пойдем же. Отдохнем там, где есть крыша над головой. О Скоробее рассказывают много страшного. Уверен, Аполлодор говорил тебе. Я слышал об увечьях, похищениях и о тех, кого хоронили заживо в пустыне. Ужасная судьба. Оказаться в ловушке песков, когда твои тело и дух терзает безжалостное солнце. И ты ждешь часа, когда тебя примет Дуат. Но это всего лишь рассказы. В Саисе, разумеется, есть злодеи. Но Скоробей, если он и существует, о нем боятся говорить. Сведения людей Харкуфа. Страхи народа. Саис такой же, как Сива.
Последнего, кто задавал вопросы про Скоробея, избили до полусмерти и отрезали ему язык. Хм. Кому? Гупи. Тестью истинного правителя этих краев. Тахарки. Вон там, Кава, внук Гупы. Эй, уже выиграл? Я ищу твоего деда. Знаешь, где он? Нет, он ушел в сторону лагеря Пир. Пока что не вернулся. Что ж, пойду поищу его. Стража держит ухо востро. Что будем делать с нищим, которого Маркус поймал в шатре Филокита?
трупа. Я тебя спасу. Думаю, жить будешь. Скоробей лишил тебя языка, но ты можешь помочь. Харков сказал, что ты искал Скоробея. Помоги, и он умрет, обещаю. Дедушка! Дедушка, как ты? Что с ним? Избит, изранен и хочет пить. Солдаты не пощадили его, но он поправится. Где твой отец, Кавап? Надо поговорить. Его тут нет. Он на строительстве. Мама! Дедушка ранен! Солдаты снова решили, что он попрошайка! Отец! Что ты опять натворил? Искал Скоробея. Если поможет мне, то я буду вас защищать. Скоробей просто миф. Все это знают. Он попросил прочитать. Похоже, Скоробей собирает армию и ведет к Литополису. О боги! В город, где сейчас мой муж. Город, сгинувший в песках? Отцу предначертано возродить его. Скоро мы встретимся. Да, мама? Да. Мой муж Тахарка работает там не один месяц. И точно поможет. Он всех там знает. Если что, передай, что я по нему скучаю. Конечно, передам. Нужно найти Зерваса и разузнать о Сефету. Его связи со Скоробеем. Распрошу-ка я торговца. Пойму, с кем он знается.
Миссен? А ты здоровый малый. Хочешь улучшить доспех? Скучаешь? Ага. Прости. Так что тебе нужно? Не доспехи. Мне нужен Зервас. Смотритель порта? Ну да. Зервас уехал. Куда? Ну, подался в Литополис. Ему пообещали новую жизнь. Значит, он жив. Жив? А с чего бы ему умереть? Сиджирьет. Доброго дня, Нэп. Тебе нужен? Нет, спасибо. Ты что-нибудь слышал о Зервасе? Смотритель порта? Но почему ты спрашиваешь? Говорят, он исчез. Прячется? Или умер? А если б на тебя Сифету открыл охоту? А, ясно. Я не из людей, Сифету. Я ничего об этом не знаю. Берегу голову. Мне нечего рассказать. Лучший металл во всем Саисе. Дела идут хорошо? Я не жалуюсь. Что ты ищешь на рынке? Зерваса, смотрителя порта. Где его найти? Кто тебе нужен? Я не знаю такого. Говорят, он помер. Что тебе вообще от него нужно? Хороший был человек. Хороший? Так все-таки знаешь. Не знаю. Это я от других слышала. Уходи. А Эргеру? Есть новости о Зервасе? Прости. Новости о ком? Что, тяжелый день? О, да они нынче все такие. Ясно. Прости, нечем помочь. Скрибы просят слишком много. Не стоит того. Но что нам делать? Не буду тебя уговаривать. Но я собираю скарб и отправляюсь в Литополис. Тахарка строит там прекрасный город для всех. Заманчиво. Но вся моя семья тут. В сторону! Что это с тобой? Стой! Стоять! Тот немой старик опять здесь шатался. Приказ Сифету. Нельзя выходить на улицу после заката. Может, потому его и не выгнали из города. Мне кажется, он живет в доме Тахарки.
Эй, ты! Замри! Как поживаешь? Скорее выживай. Надоело прятаться. Мы не солдаты. Тебе незачем убивать меня. Я не союзник Сефету. Я ищу Зерваса. Я от Харкуфа. Славно. Я Зервас. Смотритель порта Саиса. Вынужден прятаться здесь. Что хочет Сефету? Собака. Держит весь город в страхе. Душит нас налогами. Он сжег дом брата. Точно! Я делал, что мог. Помогал людям тайком торговать. Что Сефету не видит, то не отнимет. Но он все узнал. Его люди отняли мое дело и дом. Но я спрятал свои записи. Они на моей филуке. Пока что. Помогу, чем могу. Моя филука стоит в порту Саиса. Хорошо бы вернуть ее невредимой, но поступай, как знаешь. Будь осторожен. В порту полным-полно людей Сефету. Вроде здесь. Эй! Пусто. Следы? Никого. Эй, ты! Стой! Увидят, сразу накинутся. Эй! Далеко не уйдешь! Вижу! Я убью тебя! Помогите мне! Слава Сирадесу! Я жив! Просто не мой голосок! Я тебя отпущу! Мне нужна помощь!
Эй, кто? Тебе здесь не рады! Убежишь. Дедюк, а не тает. Ух.
Сейчас подстрелю! Я его вижу! Не убежишь! Буду стрелять! Теперь Сефет увидит немного хуже. Можешь больше не прятаться. Документов нет. Не думал, что когда-то пожелаю своему кораблю утонуть. Небольшая жертва. Ты изменил все к лучшему. Я вижу, люди хотят помочь тебе, Зервас. Сразись с Сефету. Сефету слишком силен и жаден. Он знает, что ему не могут дать отпор. Мы же не солдаты. А у Сефету полным-полно воинов. Его лагерь в Никиу защищают баллисты. Стыдно признать, я их и доставил. Да поможет тебе ОМОН. Амосис? Да? Ты хочешь отведать мидий? Меня зовут Баек. Я от Харкуфа. Он просит помощи в делах Джески. Что нужно? Джеска была убита. Теперь Харкуфу нужен новый союзник, чтобы спасать несчастных от Сефету. Что? Должно быть, ты еще не знаешь. Сефету ни за что не удержать Джеску. Она сумела сбежать. Да? Где она? Плывет по Нилу, на Филуке с припасами для людей, которых она спасла. Она направилась к юго-западу, рискуя встретить бегемотов, чтобы скрыться от глаз Сефет. Следуй вдоль берега и найдешь ее.
Обычные свиньи! Будь у меня копье, я выбила бы тебе глаз! Если был бы у меня добрый нож, я бы тебя освежил! Эти проклятые твари! Помоги мне их отогнать! Как тебя звать? Байек. Рада встрече, Байек. А я Джеска. Как ты здесь оказалась? Случайно. Я сбилась с пути. Никто не может миновать людей Сифету случайно. Что ты знаешь про Сифету? Харков думал, ты мертва, но ошибся. Ты нужна ему. Помоги мне доставить припасы в деревню. Люди на меня рассчитывают. А там мы поговорим. А, так ты знаешь Харкуфа? Я говорил с ним по просьбе одного человека. Судя по всему, у нас общие цели. Харкуф — великий человек. Хотя сейчас в Саисе каждый второй мнит себя великим. Ну, Харкуфа добрый. Он защитник города и его жителей. Да, защитник от трусов вроде Сифету из Карабея. Я уже помогла бежать из Саиса многим семьям. Например, той бедняжке Венес и ее сыну. Сифету сжег дотла каждого, кто не подчинился ему. Ты храбра, раз помогаешь тем, кто тебе не родня. Стараюсь. Я укрываю людей в деревне, пока они не будут готовы пересечь пустыню. Вот зачем нужны еда и лекарства. Как ты спаслась? Люди Сифету приволокли меня в крепость Никио и долго пытали огнем. Но я плевала им в лицо, когда они подумали, что... О, боги! Это Сифету! Сифету! Жди здесь. Я помогу им. Что? Небезопасно.
Вот и все. Сколько несчастных погибло в огне. Живые есть? Нужно уходить. Тут опасно. Ты слышал? Да. Пенто! О, хвала богам! Ты среди живых! Я тебя не оставлю! Нужно попасть к моим родным, если они целы. Ты можешь понести Пенту? Конечно. Показывай путь. Спасибо, что спас Пенту. Ты бы сделала то же самое. Он твой должник. И проживет еще долго. Нет. Он в опасности, пока жив Сифету. Я иду к Харкуфу. Нужно найти способ выманить Сифету из укрытия, чтобы убить его. Людей из Дуата уже не вернуть. Но я помогу отомстить за них. Прошу, Миджай, выслушай меня. Помощник Харкуфа Нисамон вез груз пива по южной дороге. Да и Маон не доехал. Прошу, найди его, узнай, что с ним. Постараюсь. Это пиво для богини Сехмет. Если он все выпил, его высекут. Нарсучал!
Тенху! Тухенет! Но! Ну, мы с Милдериан. Эти шакалы не бросят охотиться на местных жителей. Я покончу с ними. Ты не Самон? Жив-здоров? Хвала Хапи, да! Что тут было? Я вез груз пива в Имау, а мерзавцы устроили засаду. И? Да, ладно, я решил вздремнуть. Но они часть выпили, а часть разбили. И угрожали убить, если не сварю еще. Отведи быков в Саис. Нужно подготовить новый груз пива. И теперь постарайся без остановок.
Thank you.